Всех витаю, дорогие мои друзья. Мы с Вероничкой пришли в магазин Lidl. Привет, скажи зрителям. Ага, она взяла. Ба-бам. Взяла маленькую тележку с собой. Так любит, когда заходит в магазин, быть самостоятельной и брать тележку, да? Сейчас посмотрим. Говорят, это такая вкусная горчица, но она должна быть немножко не такой, так как я еду в Киев, хотела что-то необычное взять. И говорят, что очень вкусная горчица, но не такая, не нашли. Ладно, ищем, что купить. Сегодня понедельник. Ой, нам надо... Не надо. Да, пошли. Хозяюшка такая. Такая хозяюшка. Так, ой, обережненько. Сейчас поищем вафельки. Что купить? Это зефиринки, это не вафли. Такое у нас и в Украине есть. Эти все конфеты у нас есть в Украине. Ну, сейчас еще поищем. Конфетки. Да, подожди, здесь будем искать сейчас что-нибудь. Давай возьмем. Давай возьмем. А зачем? Чтобы тележку купить. А зачем? Именно эти. Почему? Потому что они недорогие. А, они недорогие? Да. А, понятно. Недорогие. Ага, недорогие. Почти 100 гривен. Такие у нас есть, Вероничка, в Украине. Так, вот это что такое? Какой цветок? Куркума называется, что ли? Я не пойму. Что это за цветок? Не надо. 199,90 стоит. Куркума. Интересный. Я не видела раньше таких цветов. На Вацлавской площади, посмотрите, группами ездят, велосипедами. Это удобно же, наверное, даже вот с детьми, видите, на велосипедах, чтобы быстрее увидеть Прагу. Она очень большая и очень много достопримечательностей, поэтому лучше всего даже, наверное, на велосипедах гонять. Да, Вероничка? Да. Ты тоже хотела на велосипеде? Да. На маленьком, да. На маленьком, и говорит, на маленьком или на самокате, она любит. Но бабушка Люба не может, надо скидывать вес. Да, Вероничка? На большом велосипеде. На большом велосипеде надо бабушке Любе, да. Все, пошли. Жарко тебе? Может, снять курточку тебе? Ну да, сними. Давай. Там не жарко. Хорошо, давай. Вероничка, рыбки смотрит. Свои любимые рыбки. Ой, Настя ворчит. Всех витаю, дорогие мои друзья. Настя ворчит, потому что я уезжаю в Киев сегодня. Настя провожать пришла вместе с Евой. А как же Ева, смотрите, что делает. Бабушке вафельку дает. Ну не надо, не вафельку. Взяла, чтобы бабушка голодная не была, да? Да, сиди, кусь. Что она хочет, да, в автобусе. А сами здесь, в Украине. Вот ты мое солнце. Переживает за бабушку Любу, чтобы, не дай бог, не похудела в дороге. Смотрите, какая у нее сумочка. Ну, покажи, как она у тебя там. О, 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 видите как. Угу. А Вероничка осталась с бабушкой. И хорошо, а то бы я сейчас ревела, как белуга. Ага. Вот так. Ого-хо-хо-хо. Пришли за час раньше. Ага, еще и смеется, да-да-да. Понятно. С Евой весело, видите? Еще бы ты, Ева, со мной поехала в Киев, было бы еще веселее. Знаешь, в автобусе бы.
А вон завтра, ой, завтра говорю, обед и ужин, и завтрак, все, Настя приготовила. Потом покажу, если будет время, в автобусе уже. Если будет время. Настя тоже переживает, что... Ага. А чем вы там будете заняты? Настя, я говорю, не давай мне, не давай, я там два бутерброда, и все. Нет, говорит. Не дай бог похудеть, Люба, все переживают. Там нельзя мне худеть, ребята. Да, да, да. Видите, автовокзал Флоренс. Вот отсюда будет отходить автобус такой, как у Люды. И завтра, если все будет нормально, я буду в Киеве. А? Нет, это же не наш автобус. Это Фликсбас, а у нас Эколайн, что ли, да? Ну, на что был билет? Я вообще не люблю автобусами ездить. Фликсбас гірше поїхав. Да? Потому что в Украину їде, він ужасно. Це не ті, що по Європі їздять. Да, це по Європі вот эти їздять, вот такими автобусами по Європі. А я взагалі люблю поїздом. Це все, це моя любов, це поїзд, все. Не самолети я боюсь, автобусом сложно. Самолетом, тут 2 години вже був, 9 миль. Ну я помню, що ми їздили до Катовиці за 45 минут. Я летела з Жулян, Жулян, возле дома сіла і то. С поездами, да, поженились. Так я им говорю, идите уже, я вот сама доберусь. Час вам ждать, вы что? Настя говорила, что я говорю, я с больной ногой, когда я дойду? Я потихоньку. Вообще, говорю, мне надо провожать. Господи, вон, смотрите, у меня сколько вещей. Не так уж и много. И то это Настя обед дала. Я бы не хотела брать и обед. Шорты такие интересные. Сама закрыть. Она открывает сейчас. Понятно. А у нас еще и песенки поют. Они с закрытыми очами. Дивись, я закрыю. Угу. И она просто дивится. И потом открывай. Угу. Ой, чего только у тебя нет. Все есть. Сегодня дождик идет. Кстати, мелкий, просто не видно. А так очень мелкий дождик идет. Ой, балуется. Да? О, точно, бриллиантовую кнопку. Просто могу и комментарии, какие хочешь. Так и? Да. Еще нажми на колокольчик. И подписывайтесь на канал к Насте. Треба, тоже, чтобы маме тоже бриллиантовое треба... надо. Да, да, да. Маме серебряную, потом золотую, потом бриллиантовую. Не, бриллиантовую. Сразу бриллиантовую. Ну, мама есть. Мама, конечно, только бриллиантовую. Вообще, якой съеда. Да. Ничего в этот раз не готовила Настя на канал. Я? Надо было что-то... Когда ты что-то готовишь, подбежать, тихоря, раз-раз поснимать и все. Я богато чего. А что, ты же делала вкусно это? Вкусно делала... А у меня есть или у тебя на канале? Ну, на канале? Бургеры, шаурму. Да, да, да. Ну, это же все интересно. У тебя есть на канале? Нету, а что ты нигде? Покажи людям. Ой, тут уже не будешь снимать, потому что шум такой. Подъехал автобус. Куда-то едет в Германию, наверное. Вот автобус, смотрите, люкс-бус, по-моему, называется. Одесса. Измаил, Прага. Вот красный такой. Ну, сейчас будет отправляться. А и Киев еще? Он заезжает в Киев тоже? А-а-а. Смотрите. Да, все через Киев едут. Да, это по Европе. А, украинский автобус, да. А это какая-то новая фирма? Интересно. Это не наш едет? Не наш. Да, наш желтый. Тоже есть прапор Украины, но они все поддерживают Украину, понятно. О, это тут отъезжает, а вместо него наш приедет. Вот расписание. Видите, в 11 часов и Эколайнс отходит. Загрузилась. В автобус. Самое последнее место там. А тут тоже. Да.
Да, там туалет. Это для хлопчиков и девчат. Да. А это вот кухня. Да еще не все не садятся все. О, у меня интернет появился уже. Конечно. Wi-Fi тут появился, да. Все, я пришла. Давай. Забудь про мою шоколадку. Конечно, не забуду. Все. Все, пока, пошла. Давай. Пока-пока. Билетов не было, поэтому взяли вот мое место. Представляете? Вот заканчивается автобус. А тут так дует кондиционер. Дует холодно. Рядом со мной никого нет. Значит, буду ехать как королева. Только шумит сильно. Это 5 гривен потерял. Не так уж много людей. Внизу дует и сверху дует. Боже, как холодно. Хоть бы не забыли. Да, я могу вообще на 4 места лежать. Скажи, Люба, рано радуешься, да? Еще неизвестно. Все, Прага, пока. Я не люблю ехать сзади. Здесь вот копотью пахнет. Шум стоит неимоверно. Неужели я буду ехать с таким шумом? Кондиционер работает, холод. Я уже куртку одела, смотрите. Слышите, да, гул стоит какой? Не, только поездом, только поездом. Видите, иногда такие ситуации, что приходится автобусом ехать. От этого шума у меня уже начинает голова болеть. Еще не успели вокзал, да? А внутри как красиво.
упаковала. Так что у меня здесь еще печеньки. Ой, просила же печеньки. Ничего такого не ложить. Вот, смотрите, вот, что бабушка Люба не похудела. Яблоко. Еще что? Два даже яблока. И вот такой батончик. Сладости надавала, но сладости я не буду пока. Может, завтра захочу. Сколько мне вкусностей на дорогу. Завтра в обед, я после обеда буду, после двух должна быть. Если, конечно, будем долго на границе стоять, тогда будет к вечеру, почти приеду завтра. Вот так еду. Тишина в автобусе. Все, начинаем обед. Видите, здесь такое есть место. Сумки еще у меня. Короче, все. Еду как королевишна. Ваю бутерброд. Аккуратно сложила. Это она в тостере хлеб запекала. В тостере колбаска там, сыр. Такие вкусные бутерброды с помидорами. Спасибо, Настя, тебе большое. Что ты голодной не оставляешь меня. Хотя я просила не давать с собой только яблоки. А, сейчас на весь автобус запахи будут. Как будто только что с грядки, еще таким запахом помидорным. А самое главное, они очень-очень сладкие, эти помидоры. Ну, за окном, смотрите, какая красота. Вот так я еду. Встречает, привез автобус. Всем нас. Да. Вон мой чемоданчик, кулечек, вот автобус. Выгружаем, садимся в машину. Хорошо возле дома, да? На вот это тоже положим. Туда все. Вкусненького везет. Сладенького только. С Вероничкой покупали, да. Ой. С Вероничкой покупали. Да. Вдвоем. Да. Все то, что у нас есть. Ушел. Надо что-то придумать такое деликатесное, заказывать вам. Ну, о чем речь? А чего вы не заказываете? Чего вы не заказываете, да? Придумываете, да? Вы придумайте, я привезу. Тут не знаешь что. Ой, я забыла это. А что ты в куртке? В это что, холодно? Ну, я замерзла, всю дорогу мерзла. А что там, кондиционер, наверное, работает? Кондиционер, да. И везде, ты знаешь, только здесь солнышко. Всю дорогу вообще сильные дожди были. 29 у нас жары, смотри. 29? Ага. Ой, ничего себе. Так что так. А я мерзла. Я смотрю, как хорошо, что я ветровку взяла. Я вообще хотела, там же жара тоже. Думаю, ну что, ну, да. Я в чемодане пусть лежит. А если бы я в чемодан положила, я бы уже оттуда не взяла. Ночью не было тревоги там. Ой, так хорошо, тревог не было, ничего не было. А у меня же стоит программа. Воздушная тревога. И бабам. У меня звенит. Думаю, господи, что это, тревога не заканчивается. Сегодня вообще. Куда я еду? Сегодня даже мой дрон слушал. Осторожно. Лошак едет, тут летит. Да? Капец. Тут стреляли бабах этими автоматами, пулеметами. Никому не
смогли сбить, чуть дальше отлетело от нас, потом слышно бу-бух такой. Ужас. Куда я приехал? Чуть над нашим домом не взорвался. Ну я же даже все это вижу и слышу, потому что у меня эта программа стоит. А мы такие лежим, такая... Как этот мопед, этот... А не, чтобы в укрытии бежать, лежит, лежит он. Надо было бежать туда между... Конечно, между стенками. Коридор хоть выбегать. И слышу, уже улетел. Улетел. И через минуту такой... Бум! Он секунд 30. Капец. Короче, такие... Куда я приехала? Спали. Но я... Так это уже какую ночь подряд? Ну да, да. Оно же у меня там в Праге звенит. У вас здесь, а у меня в Праге. И я просыпаюсь от этого и... Думаю, как вы там, понятно, переживаете?